После такого обжига помидоры черри приобретут необычный вкус и сохранят все полезные свойства. В лабораториях техникума технологий пищевого производства ребята знакомятся с самыми новыми и интересными методиками приготовления пищи. На наших глазах Павел Уханов с помощью специального коптильного пистолета придал жареной рыбе вкус и аромат копченой на костре. Подобные изыски для него не в новинку. Павел – победитель регионального чемпионата WorldSkills в категории «Поварское дело». Хотя сейчас он только на втором курсе, планы у молодого человека весьма амбициозные. Открыть, например, свой ресторан, получить какие-то большие награды, например, «Звездный Мишлен». И для этого нужно большие усилия, поэтому нужно саморазвиваться обязательно, заниматься больше, чем все остальные, потому что только так ты сможешь достичь успеха. Помимо своих основных занятий, ребята дополнительно обучаются искусству бариста, кондитерскому делу, оформляют блюда в банкетном стиле и создают настоящие композиции из салфеток. Мы попытались разнообразить наши дни для студентов именно в плане профессионального развития, дополнительной компетенции подарить ребятам. В Туле действует муниципальная программа комплексных мер по борьбе с употреблением и распространением наркотиков. По мнению специалистов, в этом учреждении представлена отличная альтернатива вредным привычкам. Помимо профессионального образования, учащиеся данного учреждения заняты и дополнительным своим каким-то образованием. То есть помимо профессии они постоянно совершенствуют свои навыки и умения. Поэтому, соответственно, вредные привычки здесь отсутствуют. Однако лишний раз предостеречь ребят не помешает. Для этого в техникум приехали представители реабилитационного центра «Страна живых». Вот уже 18 лет он помогает нарко- и алкозависимым на территории Тульской области. Одно из направлений работы – творчество. Дело в том, что химически зависимый человек не способен проживать на трезвые яркие чувства. Постоянно требуется сбежать в употребление алкоголь или наркотики. А испытывать яркие чувства совершенно нормально и свойственно любому здоровому человеку. Вот как раз творческое направление, оно их этому учит. В техникум ребята привезли спектакль «Степка» по рассказу Василия Шукшина. Историю о заключенном, который сбежал из тюрьмы, чтобы увидеть родную деревню, актеры «Страны живых» отыграли с пронзительной искренностью. А после спектакля ответили на все вопросы ребят. София Кириллова, Андрей Ремезов, Новости Тулы.